Всем приветули, ребятули! Вы на канале Просто Play For You, и сегодня у нас Vikings War of Clans. Закончилась очередная битва кланов, и я предлагаю немножко про нее поговорить. Всем, кому интересно, прожимаем лайкосик и погнали смотреть видосик. Ну что, ребятки, я нахожусь в клане Стальные Волки. И в этой битве мы сражались против английского клана Wandering Misfits. Ну, как-то так. Кстати, состав клана здесь, ребятки, очень даже прокачанные. Довольно-таки мощный костяк клана. И мы ожидали достойного сопротивления. Ну, как вы видите, 6-1 мы одержали победу и тем самым взяли реванш после проигранной битвы королевств реванш. Наш клан закрыл все 15 ступеней. Мы одержали победу во всех, так сказать, полках. Сражения в городах, местах силы, цитадели, убийство русских воинов, охота на захватов духов, добыча ресурсов. И проиграли лишь одну полку, это обучение, сильнее и воскрешение воинов. Совсем немножко, но проиграли. Но, тем не менее, одержали победку. Что касается лично меня, ребятки, стыдно. Серьезно, стыдно вам это все показывать. Я закрыл всего лишь навсего 4 ступени, и то не дозакрыл. Во вторник уехал на день рождения, приехал в среду, потом на работу, и поздно вечером в среду только вернулся домой. И успел закрыть всего лишь навсего эти 4 ступеньки. Но, ребятки, впереди у нас битва королевств Ярость. И здесь я обещаю вам реабилитироваться и постараюсь закрыть как можно больше ступеней. Постараюсь взять все ступени. Там буду очень активно бить захватов и духов. Энергии, слава богу, ребятки, хватает. Нужно уже доделывать шмотки на крепости. Сейчас вам покажу. Энергии у меня, кстати, с запасом. 1600 по 5000 и 900 по 1000. Это на захватов. И я взял пакетик, у меня есть 2200, 5000 на духов. Поэтому буду добивать убер захватов, буду бить духов. Выбивать рунки, которые нужно вставлять в шмоточки. Буду бить вот эти вот замечательные на урон моей кавалерии. И доделывать шмотки на крепости. Так что планы впереди наполеоновские. За эту битву кланов, ребятки, я добил 60 лярдов могучки. Я очень и очень активно сейчас изучаю ветку герой. Уже изучено 475 знаний из 525. Осталось 50 знаний изучить. Но не хватает серебра и ускора. Сейчас я активно изучаю количество воинов в штурме. И останется изучить урон вражеской пехоте, кавалерии, стрелкам, убийцам, осадкам. Скорость обучения, здоровье и количество воинов в походе. И на этом ветка герой будет прокачана. Ждем пакетики или же буду попрошайничать, так как у меня не хватает серебра и, конечно же, закончились ускоры. Поэтому нужно будет очень и очень активно принимать участие во всех ивентах, которые сейчас проходят. Копить золото, которое я буду тратить на ускоры. Огромный сундук ускорений, который стоит 41 840 золота. И все золото будет уходить на покупку ускорений, чтобы как можно быстрее докачать ветку героя. Также еще, ребятки, я прокачал себе 32 уровень VIP, что очень и очень круто. Бесплатное ускорение 300 минут, производство еды, дерева, камня. А самое крутое, что мне больше всего понравилось, это прокладывание заданий. Сразу же можно 100 личных заданий прокладывать. Клановых пока, к сожалению, нельзя. Можно еще прокладывать 100 элитных заданий, что очень и очень круто. Помните, я когда-то снимал видеоролик, где прокладывал клановое задание. Нужно было каждое задание прокладывать по 2 раза. А сейчас двумя кликами можно прокладывать 100 заданий. Это действительно, ребятки, очень и очень круто. Поэтому не стоит экономить на VIP. А сюда можно и нужно, я бы так сказал, влаживать золото. Так что, ребятки, как-то так. Дальше я планирую очень активно набить себе золото на ускорение. И, конечно же, буду ждать пакетики на серебро или же попрошайничать у соклам. И собирать в ресурсных локациях серебро, чтобы докачать ветку героя. Продолжаем активно задротить в эту замечательную игру Vikings War of Clans. Ну а с вами для вас был ваш Просто Play For You. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем большое спасибо за внимание, счастья, здоровья и до скорых встреч. Всем пока!